11 октября Национальный театр Тувы имени Виктора Кукула открывает 82-й театральный сезон. Администрация театра и актерская труппа подготовили ряд приятных сюрпризов по случаю нового сезона. Главной из них станет музыкальная комедия о вольнодумце, герое восточных сказок, юмористических миниатюр и анекдотов. Открывает новый сезон спектакль «Сын синего неба» Көктерінің оғлы. Это постановка о жизни и творческом пути одного из основоположников Тувинского театра и национальной драматургии, заслуженного артиста РСФСР Виктора Кукула. Не обойдет театр своим вниманием и самых юных зрителей.